Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у меня появилось немножко свободного времени. Вот, погода тоже тут солнечная, красивая. И я решил поехать в Итункалинский район. Время уже 2 часа дня. Не знаю, успею я, не успею, потому что световой день очень короткий. Там в Итункалинском районе есть место. При жизни моего отца мы туда ездили специально для того, чтобы выпить из этого родника воду. Вот. И этот такой родник, сейчас это уже все декабрь месяц, самый жаркий день лета. Этот родник был холодный, как будто вот эту воду только что взяли из холодильника. И когда его пьешь, эта вода не тяжелая для тебя, понимаете? Обычно вот из-под крана городскую вот эту воду, когда мы пьем, у нас какой-то там тяжесть появляется. А эту воду, когда вы пьете, она как будто по венам растекается, да, там вот, рассасывается по венам. Потому что у тебя жажда вообще исчезает. Понимаете? Так что не знаю, что из этого сейчас получится. Как я сказал, время уже послеобеденное. Но в любом случае постараемся поехать. Показать вам это место, а для меня это будет очередная памятная поездка, которую я совершал вместе с моим дорогим отцом. Вот как-то так, друзья. Надеюсь, что в горах погода будет красивая, и надеюсь, до этого места дорога тоже будет нормально, чтобы я мог вот на машине доехать туда. Как-то так, друзья. И теперь мы едем. Итункалинский район, село Тазбичи. Вот это через село Тазбичи мы поднимаемся в гору. Вот. И эта дорога ведет, кстати, эта дорога ведет с Итункалинского района Шаройский, да. Вот, как по этой дороге ехать через горы, короче, перевал, короче, поехать, мы попадаем Шаройский район, Шаро-Аргун. Вот, и именно эта дорога идет туда, куда, вот, где восстановили вот этот памятник, крепость в Шаройском районе, короче. Вот, все. Погоду вы видите. Вот здесь, по крайней мере, очень хорошая, красивая. А там, в горах, посмотрим, что у нас будет. Все, друзья, не переключайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и приятного вам просмотра. Длиной всей этой дороги я вас томить не буду, потому что дорога длинная. Если вдруг по пути туда будет что-то интересное, я это сниму и покажу вам. А если нет, то встретимся в Итункалинском районе, то есть в Итункали. Все, мы в Шатое, заехал сюда в мечеть, вот, мечеть Шатойский. Помолились. Солнце уже садится, я не знаю, успею я или не успею. Но смотрите, вот там горы, вот там уже снег, вот. А мы двигаемся дальше. Сперва ремень пристегну. Соблюдайте правила дорожного движения, техника безопасности. Все, едем дальше. Будем надеяться, что успеем.
Горах, снег. То место, куда мы едем, тоже, наверное, там тоже снег. Как говорится, друзья, счастье не за горами, оно в горах. Так, это тут база, две башни. Вот. И, конечно же, две легендарные ушкаловицкие башни. Но мы останавливаться не будем, друзья, потому что уже вы видите, солнце садится, а нам еще ехать далеко. Надеюсь, успеем. Так, мы доехали до Итумкали. Время 3:30 уже. Друзья, очень надеюсь, что мы до темна успеем доехать туда, снять это все на видео, поднять нашу вертушку, показать это вам. Надеюсь, очень. Так, скорая помощь в Итумкалинском районе. Молодец, джигит. Молодец, осторожным будь, товарищ. Итумкалинская мечеть. Так, ведучи направо, а нам напрямо, тазбичи. Вот. Вот там восстанавливать башню старую. Вот это селение тазбичи. Нам надо прямо. Так, мы уже в селе Тазбичи, от этого села нам еще надо километров где-то 15 примерно, плюс-минус там. Надо подняться еще в горы. Вот. Ну, пользуясь случаем, я хотел бы вам сказать, что в этом селе есть двор типа отеля. Вот. Сейчас имя не помню, мы будем рядом проезжать, я вам это покажу. Вот, там гостям, которые приезжают, это получается как бы реклама, но мне не говорили, чтобы я делал рекламу. Просто мне это место понравилось, поэтому я это вам советую вам, где, кто будет в этом районе, советую вам приехать сюда и посетить это место. Короче, друзья, здесь есть дом, ну, двор. В этом эти люди, короче, они из своего двора, дома сделали отель. Как бы и ресторан, и отель, получается. Вот. Еда у них просто... В буквальном смысле все натуральное, все. И чай, и не чай, и, короче, весь ассортимент национального блюда у них есть. Вот. И это я несколько раз посетил, именно это место, специально, чтобы покушать там. Там очень все вкусно. Будет время. Я надеюсь, я поеду туда и прямо изнутри вам это все покажу. Вот. Вот. Надеюсь на это. А так, кто едет сюда и будет в этих краях, обязательно, если будет время,
и возможность посетить это место. Это по дороге прямо из Тезбичи, вот село Тезбичи. Вот. Сейчас я вот, мы доезжаем до этого. Вот смотрите, друзья, вот этот дворик, вот справа, которые окна видны. Вот именно вот этот дворик. Вот этот двор. Вот это ихний двор. Называется, сейчас я посмотрю. Тут раньше табличка была. Вот. Короче, друзья, табличку они убрали. Этот дворик. У них там и своя кухня есть национальная. Есть где остановиться на ночь, то есть мини-отель. Вот. Туристам просто идеальное место, чтобы остановиться здесь. Короче, остаться на ночь. Всей семьей можно даже. Я номера лично смотрел. Очень чистые, приятные номера. Все есть для ночевки. В буквальном смысле все есть. Так что советую вам посетить это место. Вот. Как я сказал, если у меня будет время, я постараюсь приехать и с ихнего согласия снять эту кухню всю изнутри. Вот. Так что, друзья, вот как-то так. Вот наверху, смотрите, вот наверху это горнолыжный курорт Ведучи. Вот. Там наверху. А нам надо вот еще вверх, в горы. Вот. Нам еще вверх надо. Так что, друзья, всю дорогу я вам показывать не буду. Покажу вам более-менее, но на интересные места. Тут серпантин, везде серпантин, мы поднимаемся повсюду. Тут везде серпантин. Вот. Вот целая пасека там, смотрите. Кстати, друзья, вот эта дорога ведет Шарой. Только надо вот подняться в горы. Подняться в горы и все такое, короче. При хорошей погоде можно и на легковой машине туда поехать. Ну, если там будет снег или дождь, все такое, то желательно на УАЗиках или на Ниве поехать туда. Можно с Ведучи поехать, то есть из Итумкали поехать на Шарой и обратно, конечно. Села. Село, скажу вам, большое село. Я попал в зиму. Мы приехали, то есть доехали точнее. Вот там наверху есть, ну, типа озеро, вот так, как бы, на такое место. А вот внизу тут есть родник. Сейчас я где-то остановлюсь. Так, друзья, приехали мы на это место. Алхамдулилла, мы успели до темна.
Сейчас быстро я вам постараюсь показать вот этот родник. Вот я не знаю сейчас, что там он еще там есть или нет, но и мы постараемся подняться вот туда наверх, где вот это типа озеро такого, да. Посмотрим. Я сам тут давно не был. Уже два с лишним года. Ну, два года точно. Вот. Сейчас посмотрим, что там. Так, друзья, мы сейчас пойдем к этому месту. Смотрите. Это место вот там наверху. Тут, я не знаю, обвели это какой-то проволокой. Мы приехали на этой машине. Алхамдулиллах, это... Так. Так, смотрите, друзья. Кто-то проложил трубу. Сейчас я постараюсь отодвинуть камень. Там у нас родник. О. Так. Но это я не знаю почему. Не знаю почему, друзья. Но что-то слабовато вот сейчас родник побивается. Может, из-за погоды такой, ну, сезонное, да, время такое. Так, пьем из того, что есть, из чего, что есть, отличнее. Друзья, вот, бисмилля рахман рахим. Алхамдулиллах. Друзья, вам ощущение не передать, но как я вам ранее говорил, сейчас вот это закроем, как было. Как я вам ранее говорил, друзья, когда вот этот родник пьешь, вот как будто эта вода по венам уже рассасывается, да, вот. Ты всю вот тяжесть этой воды не ощущаешь, понимаешь? Вот. А сейчас мы постараемся подняться вверх. Вот. Когда вместе мы с отцом приехали сюда, мы были на небе, и мы поднялись вот оттуда, вот, там дорога есть, вверх. Вот сейчас на машине туда уже не поднимешься, там все это обвели проволокой. Не знаю почему. Может, скот пасут, чтобы коровы туда-сюда не перебегали. Ну, высота вот здесь, в любом случае, корова перебежит. Вот. Вот, друзья. Мы на месте. Вон там они слепили снеговика. Так.
когда спущусь, постараюсь показать вам этот снеговик. Так. Ага. У нас на равнине снега нету, соответственно, я вот такой обуви, нестандартной. Поэтому снег лезет в обувь. Вот это типа озера, вот на этом месте. Сейчас я постараюсь вам это показать. Но там воды такого так видно нету. Друзья, там такой воды не видно. Это как бы болотистое место. Вот, но сейчас посмотрим. Вот, друзья, смотрите. Вот это озеро. Короче, вот сейчас тут все завалило снегом. Вот эта граница вот этого озера идет вот здесь. Вот здесь выйдет примерно вот так по периметру. Вот. Опа. Вот. Видите, какая проблема. Если ты не одеваешь нормальную обувь. Короче, мы вместе с отцом, когда мы сюда приехали, я вам поставлю видео, единственное видео, которое мы тут сняли, вот ролик маленький. Я сюда заехал на машине. Вот, именно вот сюда заехал на машине. Потому что этот, сейчас, я не знаю, по видео, как вам это видно, подъем резкий. У отца не было такого здоровья, чтобы вот сюда подняться. Вот. Оберегая его, я заехал сюда на машине. Вот. И мы, то есть, я его тут высадил с братом. И я поехал вот туда обратно, чтобы вот спуститься туда, где мы сейчас машину оставили. И я потом на видео вижу, смотрю. Отец мне говорит, ну, брату говорит. Короче, какой дурак он, что сюда на машине заехал. А там углы острые были. Машина, короче, дном зацепляла вот. На камне, короче. Эй, ламба, а пруд бо. Сен жоут дуи. Соут дух тен. Мошта. Худай. Мама. Ордаду. Ордаду. Батя, у батя, батя. Да, хавалу руя. Ошта ламба. Ишт хал да, избар. Ишт. Он батя гала, у бака. Ох, хал ялла вачас. Хал ялла мамду. Хал ялла вачас. Хал ялла вачас. Хал ялла вачас. Болоти, болоти, чумовал. Вот сейчас я иду вот на эту сопку. Возвышенность, скажем так. И оттуда, я постараюсь поднять вертушку, друзья. Ну, у меня уже ноги все мокрые уже, потому что смотрите, снег, какой снег тут. О. Все, мы поднялись. Смотрите, как тут красиво. Была бы моя воля,
Я бы здесь поставил палатку. Весь обзор, короче, виден тут. Я заночевал бы тут. Вот, смотрите. Вот эта дорога идет шарой. Вот. Так. Как-то так, друзья. Так, друзья, сейчас я подниму вертушку. Постараемся. Ну, тут, в принципе, чтобы вертушку поднять, видно нечего, да, чтобы снимать вот это с вертушкой. Но, тем не менее, я подниму, сделаем круг почета. И пока не стемнело, постараемся спуститься. Все, смотрите. Желаю вам приятного просмотра. И, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и жмите на колокольчик, да, чтобы не пропустить новых видео. Вот, к сожалению, в этом году у меня как такового настроения тоже не было, потому что трудно даже вот говорить об этом. Ну, близкие люди ушли. Вот, поэтому в этом году у меня, в принципе, такого желания как бы не было, чтобы поехать, что-то снимать, вот это все такое. А сейчас не сдержался. Это видео у меня для себя. И мне это напоминает память об отце, потому что те, которые короткие моменты, которые мы здесь пили, были и пили этот родник, это мне дает как бы воспоминания об отце. Так что смотрите, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Так, мы все сняли. Сейчас наша задача спуститься с этой горы. Аккуратно постараемся спуститься. Так, дойдем до машины, а там уберем снег, который попал нам в ботинок. Вечерние горы. Мы поднялись вот отсюда. Тут весной отдыхают люди, кстати. Шашлык, машлык, там, туда-сюда. Вот. И вот яма, куда они кидают мусор. Так, машинка нас ждет. Давайте постараемся дойти до снеговика. Вот. Короче, вот снеговик. И зубы у него, и глаза. Только разного цвета, конечно. И он поднял руки. Рад.
что мы тут с ним стоим рядом. Вот, кстати, о чем я сейчас говорил. Вот здесь были люди, жарили себе шашлык, мошлык. Все, друзья, до темна нам надо спуститься с этой горы, потому что если вдруг я заблужусь здесь, поверну туда, куда не надо, один поворот, и мне придется заночевать в горах в машине. А я сегодня явно к этому не готов. Потому что выехал по делам, приспичило поехать в горы. И мы здесь. Все, друзья. Так, друзья, мы приехали с вами в горы Итумкали, показали вам вот этот родник, вот это место, где вот маленькое с озером, короче. Так что больше добавить, убавить ничего нету. То, что вы видели, надеюсь, вам понравилось. К сожалению, вот у нас уже вечер. Квадрокоптер сделал видео так себе, потому что освещения все такое нету. Вот. Но будем стараться. Главное, очередная просьба. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Тем самым вы поддерживаете мой канал и даете дополнительную мотивацию для осуществления новых поездок, чтобы сделать новое видео. Как-то так, друзья. А я вам желаю самое главное — здоровья, будьте счастливы, будьте добрее, берегите себя, берегите родных. Аллаху Акбар. Мы едем дальше домой.